Пропавший парень нашелся. В понедельник вечером отдел МВД России по Братскому району сообщил, что на выходных пропал Макарчук Федор Сергеевич, 1993 года рождения. 16 февраля он со знакомыми утром выехал из поселка Гидростроитель в поселок Наратай к родителям. Молодого человека обнаружила накануне в 7 часов вечера мать. Как выяснилось, парень доехал до Монастырской горы на попутке и дальше пошел пешком. Из-за поднявшейся метели он спрятался в лесу. Потом проделал еще часть пути и остановился переночевать в зимовье. Там Федор находился около 3 дней, а затем снова отправился в Наратай. На дороге его и подобрали родственники, искавшие парня. Сейчас Федор доставлен в центральную районную больницу с сильным обморожением ног.